осталось. Отлично, а мы только добрые и прошли. Еще. А мы мальчики. Окей. Мы будем работать над красотой. Мы будем работать над голосом. Делекино осуществляется таким образом. То есть вы представьте себе, что вы косите, да? Косите того. Лицо в лицо. Косит когда нибудь Здесь поменялся с нами местами. То есть обычно прежде не коса. Вот так, если коса, да? Обычно а то же самое, как вы левша. Давай, мы идем по диагонали. Левша, да. Косите траву, как левша. Пример. Слева направо. Делаем. Ты так на душу не накосишь, как кролики перед домом. С такой красой. 8. 2. Работаем. 3. Вот. Девочки, сейчас мы с вами это будем делать. Видите? Вот мы так будем. Это девочки сейчас мы. Раз, 8. Потом, кормят нас играют. Окей, хорошо. Поехали. А теперь смотрите, под это все делаем так. Раз. Раз. Слева. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чуть-чуть не с наклоном зайдем, да? Так что можно землю зачерпнуть. Раз, два, три. 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 Теперь структурируем движение рук. Что с рукой происходит право? Смотрите. Правая рука не просто уходит за сторону с плечом, она уходит и раскрывает партнершу. Вот. То есть уходит, собираясь в локте. То есть вот. Левая, естественно, провожает партнершу. Еще раз делаем. Вот. Раз. Два. Два. И слева. Еще. Просьба, ребята. Контролируйте. Особенно некогда. Вот это вообще не было. За эту кисть, чтобы вы понимали, я проиграл один конкурс. Три, и я вам запомнил это слово. Вот. Семь. Вот. Все время кисть в две точки. Раз. Поехали. Два. И раз, два, три. Пять, шесть, семь. Продавливаем теперь. И раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. 5, 6, 7. Теперь добавляем шаг. Полбобри. То есть мы делаем. Раз, два, три. Полбобри. 5, 6, 7. Да, извините, тут немножечко структура меняется от шагов, но принцип тоже остается. Итак. Раз, два, три. 5, 6, 7. Еще. Еще раз. Раз. Три, пять, шесть, семь.